فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Я снова приветствую вас, дорогие телезрители. Мы с вами продолжаем нашу передачу, которая посвящается мученической смерти Фатимы Захры саламуллаху алейха. И, конечно же, как всегда, я хотел поприветствовать нашего гостя Худжатул Ислам Аль-Муслимин Шейх Курбана. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Шейх Курбан, на прошлой передаче мы начали говорить о том, что есть два взгляда на человеческую историю. Мы сказали, что есть материальный взгляд и нематериальный взгляд, то есть который охватывает не только материальную сторону этой истории человеческой, но также и духовную историю. Хотелось бы, чтобы вы продолжили данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и также присоединяюсь к соболезнованиям в связи с годовщиной мученической смерти ее светлости Фатимы Захры саламу алейха алейха. И, как вы совершенно точно упомянули, мы в качестве вступления к нашему обсуждению, а именно к теме о роли и миссии ее светлости, миссии, которая была возложена Богом на ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха, в качестве выступления мы коснулись одного очень важного вопроса, который заключается в понимании истории человеческого, в понимании человеческой жизни, в понимании человеческого общества и развития и хода развития человеческого общества, процессов в человеческом обществе и того, из чего состоят факторы, влияющие на человеческое общество, здесь есть два взгляда. Во-первых, это материалистический взгляд, который считает все абсолютно, начиная от возникновения Вселенной и заканчивая человеческой жизнью, человеческим обществом, считает цепью случайных событий, случайных причин и следствий, когда одни материальные события приводят к другим материальным событиям. Это один взгляд, и при этом это все случайно, не является каким-то планом изначальным. Нет, это все случайно и бесцельно, что самое главное. Нет у этого какой-либо цели. Есть альтернативный взгляд на человеческую историю, который совершенно отличен от первого взгляда, и который является его полной противоположностью и имеет совершенно другое понимание человеческой истории, которое заключается в том, что это не только человеческая история, это не только, во-первых, цепь материальных событий, во-первых. Здесь есть и дух, который важнее, который выше, чем материя, это во-первых. Во-вторых, эти события никоим образом не являются случайными. Это изначальный план Бога, развитие и ход человеческой истории. Это во-вторых. И в-третьих, человеческая история совершенно не является чем-то бесцельным, не имеющим цели, к которой она движется, не имеющим какого-то смысла, бессмысленным и бесцельным. Нет, у человеческой истории есть смысл и цель. Это два разных взгляда. И вот, чтобы приведу пример, очень наглядный, кстати, очень хороший и наглядный пример.
того, чем вот эти два взгляда отличаются. Угу. Обратите внимание, ислам дал человечеству, дал мусульманинам некий инструмент, который называется азаном. Азан. Это имеется в виду призыв на молитву. Призыв на молитву. Угу. Из чего состоит этот азан? Исламский азан. Да. Коранический и пророческий азан. Из чего он состоит? Из разных факторов. И каждый из этих факторов есть фактор влияния на человеческое общество. Все, что упомянуто в азане, играет роль. Не только теоретическую, но и практическую роль. Каким же образом хотел бы? Я приведу один пример. Из этих пунктов я приведу один пример, потому что он очень актуален. В азане есть такие слова, как «Хайя аля хайр аля амаль». Спешите к наилучшему из деяний. Да. К чему спешите? Что это есть? Что из себя представляет наилучшее из деяний? К чему призывает азан? В азане это предложение? К чему сподвигает человечество это предложение? Мы все прекрасно понимаем. Это да. Призыв к молитве, и в призыве к молитве говорится «спешите к наилучшему из деяний». Так? Угу. То есть, согласно исламскому учению, откровенно, откровеннейшим образом, то есть без намеков, без каких-либо указаний, открыто, недвусмысленно сказано, что намаз, молитва, намаз является наилучшим из деяний. Да. Наилучшим из деяний. А что такое молитва? Молитва – это связь с Богом. Это поклонение Богу. Это приобщение к божественным ценностям. Это приобщение и воспитание в себе единобожия. Воспитание в себе духа единобожия. Молитва. То есть вот это вот действие, которое является важнейшим инструментом воспитания в себе духа единобожия, названо наилучшим из деяний ислама. Наилучшим из деяний в исламе. Но есть такой человек, например, как Умар ибн Хаттаб, который, кстати, был совершенно просто своего рода даже отпетым материалистом. Это совершенно абсолютный материалист, человек, который относится к истории, к человечеству и вообще ко всему относится именно с материалистической точки зрения. Хотя на тот момент нет материализма как философской школы, mm-hmm. философского учения, которое было создано Беконом. Нет, этого учения до сюда. Но его мышление, его отношение к его интеллект, он полностью основан именно на первом понимании человеческой истории. Mm-hmm. Он считает именно так, он именно подобное мыслит как материалист. Да? Мыслит как материалист. И в чем это заключается в данном примере? Обратите внимание, Умар ибн Хаттаб берет и удаляет из азана эти слова. Да. А на чем это основано? То есть мы сейчас не будем строить предположения относительно того, что он преследовал какие-то плохие, низменные, корыстные или еще какие-то пагубные цели. Что его сподвигло? Ну, как мы все прекрасно знаем, из истории это тоже разъяснено, что его сподвигло то, что он звал людей на джихад, на битву, на войну, а люди порой могли не пойти на войну, так как считали, что есть деяние более важное, а это молитва. И раз есть молитва, и человек может, сидя у себя дома в комфорте, совершать наилучшее из деяний, то зачем ему эти лишения, эти трудности, и рисковать своим здоровьем, своей жизнью и отправляться на войну? Угу. И что здесь делает Умар ибн Хаттаб? Он берет и отнимает из азана это, чтобы вот подобных мыслей и подобного настроя у людей не было. Угу. Почему? Почему он это делает? Потому что он мыслит как материалист. Он считает, что единственный фактор победы мусульман, единственный фактор развития исламского государства, исламского халифата и исламского общества, мусульманского общества, единственный фактор – это встать, взять оружие, пойти и
что-то делать, какие-то, не знаю, нападать, захватывать, да, нечто mm-hmm. такое, то есть он все свое внимание сконцентрировал на чем? На материальных событиях. Mm-hmm. Пойти захватить, пойти одолеть, пойти победить, пойти уничтожить и так далее. Это все материальная цепь событий, которые приводят к определенному результату. Война, угу. сражение, захват. Да. Все это приводит к определенному сражению. Таким образом мыслит Умар ибн Хаттаб. А как мыслит ислам? Ислам же не просто так говорит «Хайя аля хайра ламаль» угу. «Спешите к наилучшим из деяний». Ислам не возложил принятие подобных решений на Умар ибн Хаттаба. Будет в Азани это... Конечно. Предложение или не будет. Нет. Ислам решил, до Умара ибн Хаттаба, решил, что это предложение в Азани будет. И это было самоуправством. Это было превышение своих полномочий. Это было бесчинством по отношению к божественной религии удалять это предложение. Потому что это не в компетенции Умара ибн Хаттаба. Да. Но так как он мыслит своеобразно, он мыслит как материалист, он это удаляет. А как мыслит ислам? Почему ислам вносит в пункт азана эти слова, что молитва является наилучшим из деяний? Почему? Угу. Потому что молитва воспитывает в человеке дух единобожия. А этот дух, он намного важнее, чем любой джихад. Чем любой джихад, любая война, любое войско, любое оружие, любой меч. Он намного сильнее и важнее. И те люди, которые оправдывались перед Умаром ибн Хаттабом, что вот мы не пойдем на джихад, потому что что? Потому что есть более важное и более достойное деяние, чем война. Это что? Это молитва. Оставить молитву. Эти люди, они не были из числа молящихся. Потому что молитва приближает человека к Богу. Молитва играет совершенно другую роль. И молитва... То есть это все говорит о том, что это было всего лишь оправдание. И даже более того, направляться в джихад, то есть сражаться на пути Аллаха, это является следствием именно той самой молитвы. То есть молитва — это причина. Совершенно верно, все это. Это просто было... Эти слова лишь, они были как бы, как говорится... Оправданием. Оправданием, да. Да, это был повод просто оправданием, такой лазейкой своеобразной, логической, может, даже лазейкой, чтобы не пойти на трудности. Но именно молитва, которая является важнейшим и достойнейшим из деяний, она приводит ко всем остальным аспектам развития. Почему развивалось такими стремительными темпами, развивалось исламское общество в первые века? Потому что была молитва. И экономическое развитие, научное развитие, культурное развитие, все основано именно на этом духе. Без этого духа, без того духа, который воспитывается настоящей молитвой, не той молитвой, которой молились те люди, которые оправдывались, что «Хайя ля хайра ламаль», а настоящей молитвой. Та молитва, которая действительно является связью с Богом. Совершенно верно. Та молитва, которая по-настоящему приближает человека к Богу, эта молитва является основой всех достоинств, всех развитий. Именно этот дух. Человек, который приобщен к молитве и впитывает через молитву эти ценности божественные, приближается к Богу, достигнув в том числе и высоких социальных положений, достигнув каких-то постов и взвалив на себя какие-то общественные и социальные ответственности, он не будет предавать эти ответственности, при условии, что будет оставаться вместе с молитвой, потому что этот дух, именно этот дух является фактором. Но как бы вот современное общество, точно так же, как и мыслил Умар ибн Хаттаб, мыслит исключительно материалистически. Весь, обратите внимание, на что... Просто я как пример приведу те же самые даже политические аналитики, которые анализируют возможности и потенциал той или иной страны. О чем они размышляют? Это есть исключительно материалистический подход к человеческому обществу. О чем они размышляют? Сколько человек
в войске и того, и другого. Какое у них оружие? Например, вот недавно была война, да, в Азербайджане по поводу Нагорного Карабаха. В какой сайт не зайдешь, по поводу оценки, все основано исключительно на материи. Все оценки, весь анализ основан исключительно на материи. Сколько у кого армии, то есть численность, какое оружие. Часто говорили, вот Азербайджан скупает оружие, там высокотехнологичное оружие у Израиля, да, и так далее. То есть в таком ключе мыслится. И так повсюду, и практически каждый. Но никто не анализирует, кто за что сражается, с какими вообще мотивами, за что сражаются. Ведь это вопрос духа, это уже не материальный вопрос, это не вопрос о том, сколько людей у каждого из сторон, и какое оружие у каждого из сторон, сколько танков, самолетов, вертолетов, там, бомбардировщиков, беспилотников и так далее. Это не такой вопрос, это другой вопрос. Но есть вообще аналитики, кто-нибудь встречал когда-нибудь, чтобы вот они о мотивации людей думали, об их духовном настрое думали? Да. Ведь смотрите, в той же, допустим, на примере того же, есть даже видеокадры, в интернете можно обнаружить, армянская страна, так как она не мотивирована, потому что это не их земли, это чужие земли, они не мотивированы, им не за что сражаться. Они свою технику оставляют, уходят. Угу. Техника без духа, материя без духа, она вообще ничто. Угу. Она из себя вообще ничего не представляет. Сколько бы танков не было, если бы в танке не будет человека, у которого будет дух, он от танка никакой пользы, никакого следствия, никакого результата от этого не будет. Да, поэтому это два совершенно разных взгляда. И исламский взгляд основан на преобладании роли духа в человеческом обществе. И именно поэтому такое внимание в Священном Коране уделено не там римским императором или греческим императором, греческим властителем. Есть вообще о них что-нибудь там? О них что-то есть, какая-то какая-то прям такое великое какое-то значение придается им в Священном Коране, в священных текстах? А вы посмотрите, откройте учебники по истории. Как они от начала до конца это все роль Наполеона, роль там греческих каких-то правителей, греческих императоров. Все на этом основано. А Священный Коран чем полон? Людьми, которые возвышены именно духом. У них не было огромных армий, огромных государств. Это пророки. И которые действительно повлияли на человеческую Которые изменили ход человеческой истории. А чем они отличались от этих римских правителей или других правителей? Чем они отличались? А тем, что у одних была материя, у других был дух. Ничего. Улюль-азм. Что такое улюль-азм? Обладатели непоколебимой воли. Воля. Воля – это духовное качество. Это не материальное качество. То есть нельзя пойти, допустим, натренировать там, с помощью штанги или каких-то других упражнений. Нельзя натренировать волю. То есть это не материально. Нельзя купить волю. Нельзя наесть или напить волю. Можно наесть или напить волю? Нет, конечно. Воля – это нечто, это духовное качество. И этим отличались пророки. Улюль-азм. В Священном Коране говорится, что улюль-азм. Про пророков, про величайших из пророков говорится улюль-азм. То есть обладатели непоколебимой воли. Воля – это духовное качество. Чем отличается? Вот этим отличается взгляд Священного Корана, взгляд ислама на человеческую историю от взгляда всего остального, всех остальных. И это понимание, и это отличие играет важнейшую роль в понимании того, что из себя представляют такие люди, как ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха. То есть если мы не подойдем к истории точно так же, как подходит материализм подходит, как подходят учебники по истории, как доктора наук по истории подходят к истории, если мы так же подойдем к истории человечества,
то мы вообще ничего не увидим. Мы скажем, а кто это такая? Точно так же, как они не видят. Разве они описывают в своих книгах, что-либо говорят про Фатимату Захра, саламу алейха? Да, они могут сказать, она родилась, дочерью пророка была и так далее и тому подобное. Опять-таки материальные вот эти события пишут. Ну да, и даже если вы посмотрите в некоторых учебниках по исламской истории, которые как раз-то написали именно не сами мусульманские ученые, а именно, допустим, христианские ученые, даже не христианские ученые, какой-либо даже атеист. Если прочитать, то увидим, что, допустим, о тех сражениях, которые происходили во время имама Хусейна, во время имама Хасана, там везде указано, что это было лишь как бы ради власти все. То есть они не видят ту цель, которая была в восстании того же имама Хусейна. Конечно, у них взгляд другой. Они это вообще не берут во внимание. Да. Они даже, когда говорят про его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят о материальных следствиях его деятельности, о том, что он превратил в Аравийский полуостров в единое государство, в единую империю, так сказать, в единый халифат превратил. Это материальное следствие, то, что люди объединились и создали единое государство. Они с этой точки зрения говорят о пророке. Они не касаются каких-либо других вопросов. Почему? Потому что этот взгляд... Реальные роли тех людей, которые сыграли реальную роль в человеческой истории, они просто-напросто это все не видят. И поэтому, если мы с их точки зрения подойдем к истории, в том числе к анализу личности ее святости Фатимы Захра, саламу алейха, мы ничего не поймем. Мы не поймем вообще, о чем идет речь. И когда мы будем сравнивать ее личность и ее биографию, изучив ее биографию, и будем сравнивать с тем, как о нем говорится в священных текстах, в том числе, как о ней отзывается его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит, что она частичка меня, что умму абиха, что она мать своего отца, умму абиха, мать своего отца. Да. Она называет свою дочь, он, его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, называет свою дочь своей матерью, что говорит, она мать своего отца. Мы не поймем вообще, как это все связано, как ее биография, биография ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха, связана с тем возвышенным описанием, которое имеется в священных текстах, в священном Коране и в священной Сунне. Мы не поймем. Поэтому нам необходимо в первую очередь, чтобы понять личность ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха, нужно понять, изменить свой взгляд на историю и привести его в порядок и соответствие с кораническим взглядом на историю, с кораническим пониманием истории. Шейх Курбан, я благодарю вас, что уделяете время, приходите разъяснять эту тему. Мы с вами продолжим тогда ее на следующей передаче, так как время закончилось. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. Иншаллах, на следующей передаче мы обязательно продолжим эту тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.